Мы переходим к российским новостям. В Приморье продолжают бороться с последствиями потопа. Только за последние сутки самолеты МЧС эвакуировали 120 человек и доставили больше 11 тонн гуманитарной помощи. Сейчас 22 населенных пункта остаются по-прежнему подтопленными, 45 до сих пор отрезаны водой от большой земли. Занятия так и не начались, более чем в 20 школах региона. Дороги тоже пока не везде удалось привести в порядок. Так же, как и мосты. Около 60 переправ по-прежнему или повреждены, или уничтожены совсем. Но с каждым днем ситуация улучшается, так заявляют МЧС. Уже сейчас спасатели говорят, что она стабилизировалась в целом в регионе. В селах продолжают откачивать воду и разгребать завалы. Всего из сел вывезли около 40 тонн мусора к этой минуте. Комиссия сейчас проводит оценку ущерба. Специалисты уже обследовали 5500 домов. От жителей поступило почти 9000 заявлений на получение компенсации. Ну, я напомню, дел в Приморье натворил тайфун Lion Rock, который прошелся по региону чуть больше недели назад и двинулся на Японию. Он принес с собой трехмесячную норму осадков. Ну, а потом ливней добавил уже другой тайфун Nemteon. В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.